Если постигнет тебя беда, не унывай, но помни, что милостиво Господь смотрит на тебя, и не допускай мысли, станет ли Господь смотреть на меня, когда я его оскорбляю. Потому что Господь по естеству есть милость. Но с верой обратись к Богу и, как евангельский блудный сын, скажи: «Недостоин я называться сыном твоим». И увидишь, как будешь ты мил отцу, и будет тогда неописуемая радость на душе. Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодати Святого Духа, и потому страдает весь мир. А если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира, и у всех была бы великая радость и любовь.